комок. И немножко стало грустно, кто-то громко и нервно учителям, вспоминаем, как тонко, умело жить учили нас и паралям. На урок, как на арену, украшали строптивых повес, как прощали обиды, активы, вызывали живой интерес. Уверяем, мы вас не забудем, благодарность в сердцах пронесем, а когда подрастут наши дети, мы учиться их к вам приведем. У школы, как бедный израненный зверь, но ты не сдаешься и не унываешь. Открыто для всех здание дверь. С добром ты встречаешь, с добром провожаешь. Когда пролетят, мы повзрослеем. И наши виски сединой заискрят. И школа одна не стареет. И вечному учат еще век ребят. Дорогие друзья, вот и настал этот долгожданный день. Финал марафона минор 9 лет. Вас приветствую, 9-й Б-класс. Для того, чтобы вы, дорогие учителя, запомнили нас надолго. Мы подготовили несколько номеров. Итак, в первом номере мы решили окунуться в прошлое и вспомнить, как наши бабушки одевали на школу. А девчонки там будут? Естественно, будут. Тогда одевай рубашку. Да нет, что, я футболку пойду вообще. Естественно, в футболке. А поверх рубашку. Ну? Одевай, говорю. Что за рубашка такая? Девочки скажут, какой красивый мальчик. В рубашке пришел. Ну, я так себе куплю, и что, тут рубашка такая, вообще непонятно. Очень хорошо. Не ожидал тебя. Сейчас дам договориться. Я в школу иду. Красавец. Сниму это все потом. Я тебе сниму потом. Сниму. Я тебе сниму. Обязательно сниму. Вот. Сейчас оденешь тебе брюки. Я джинсы одену. Слушай, какие брюки-то? Оденешь поверх. Куда ты снимаешь? Одевай. Слушай, пока до школы дойдешь, замерзнешь. Ну, ба! Ну, не налезай даже джинсы сейчас. А куда ты джинсы собрался одевать? Ты в школу идешь или картошку копать? Оденешь брюки. Какие еще брюки? Хорошие, глаженные. Что это такое? Это крепдешин. Им сносу нет. Одевай. Одевай, говорю. Вот смотри, как хорошо, смотри. Вот. Ну, жалко, под штанги короткие. Поясницу не прикрывают. Ну, вот. Ну жарко же будет в штанах. Ну придешь, одни снимешь. Я их положу. В шапку. Какую еще шапку? Шапка новая, кроличья. Да тебя ее только кролик доносил. Да ну не одену я это. Ну, что это такое? Не пойдет он, я сейчас матери твоей позвоню. Да я сам позвоню. Вот и позвони. Алло. Алло, мам. Ну что, ну скажи, ну она же вообще сейчас мать шла. Я ну, Алло. Алло, Наташа. Ну что, суп поела? Чайный гриб пьешь, да? Да, он вкусный. Что? Я тебя в доллар ищу. Да. Да, вот так. На. Ну, мама, ну что? Это что еще такое? Это валенки. Ну, одевай. Ну, у меня же есть кроссовки адидасовские, классные. Кросс с брюками кроссовки носит. Валенки как стиляга прям вообще. Валенки, они ко всему подойдут. Сейчас что-то сверху сделаю, чтоб снег не попал. Вообще такое. Правильно. Не ходи. Дома посидим. Да.
Давай поженимся, посмотрим. Нет, я вас уже раз видите. Ну, правильно, правильно. Шелковый шарф. Бабушка тебе шарф связала. А его, между прочим, дутовый шелкопряд не взял. Вот пусть тебя дутовый шелкопряд квартиру и прописывает. Будешь в коконе жить. Вот, видишь, как хорошо? Что это такое вообще? Где мы походим? А вот это нехорошо. Да, что? Нет, я в этом не пойду. Пойдешь. Нет. Слушай, какой пуховик вообще на улице холодина минус 6? Одевай. Одевай. Вот. Смотри. Что это? Ой. Деда мне напомнил. Внучек, ты главное помни. Встречают-то по одежке, а провожают-то по уму. Не позабыть.
больше никогда не играть в школьном дворе. Белым мелом нам не писать, мы летят по спе. Это было только вчера, но сейчас другая пора. И на завтра взрослая жизнь встретит тебя. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и новый урок готовит нам жизнь впереди. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Нас ждет впереди. Последний звонок, школьный урок, остались уже. Новый урок готовит нам жизнь впереди. Последний звонок, школьный урок остались уже позади. Последний звонок и жизни урок.